Я бы, так не радовалась, потому что было бы дома не очень весело. А так, мы каждый день рождения, в принципе, дома отмечаем почти. Придумать какую-нибудь программу для домашнего праздника. Пригласить друзей, близких друзей, которые тебе очень важны, которых ты любишь. И отпраздновать с ними день рождения со своими близкими родственниками. Я даже не знаю. Не знаю. Просто можно веселиться. Мы бы заказали торт большой, чтобы надо было покушать, потому что у меня много друзей, я всегда приглашаю. Конечно, не всех, потому что всем дома не поместятся. Нужны гости, нужны подарки, и нужен стол. Взрослым я посоветую, чтобы включить какой-нибудь фильм любимый, чтобы они сразу все собрались и тут же вынести торт и вот так вот отпраздновать. Это будет очень хороший день рождения, даже если ты дома. Включить музыку, потанцевать, поиграть. Главное, что отмечаем день рождения. Мы бы пригласили, наверное, аниматоров. Чтобы было весело. Можно много чего придумать самим, насколько это больше, настолько и лучше.